6-11 встала разница заброшенных пропущенных шайб у Салавата Юлаева во вторых периодах этого чемпионата. У «Авангарда» с точки зрения статистики дела получше, но не сегодня, потому что 3-0. И даже не знаю, Демченко так ведь, наверное, и не закончит эту встречу. Но вообще так, как Салават Юлаев, ты сегодня беспощаден в контратаках. Да, ты вспоминал уже пару перекладин. Во первом периоде я бы еще вспомнил попадание в черенок клюшки Демченко в первом периоде. А здесь Шмелев в предыдущем эпизоде. До него шайба, ему делал передачу Бочаров, но до него шайба не дошла.